2014 года. Вы сами не привиты? Да. И как вы относитесь? QR-код есть у меня, потому что я как бы официально переболела. А вот, а, да, в дальнейшем планирую. Привиться. Да, да. Вы привиты сами? Нет. А планируете? Ну, потому что слишком много случаев, когда люди умирали от этого. Наверное, придется, просто вынуждена уже прививаться. Не привит. Ага, почему? Запись на 26 число. А вы будете прививаться? Ну, придется из-за работы. Вы привиты. Привиты. Да, я привит. Отношусь скорее положительно, чем отрицательно. Потому что, ну... Никто не знает, какой будет исход. Ну, как бы это доброжелательно, но я не хочу пока прививаться. А вы не вакцинированы? Нет. А планируете вот, ну, спустя да? время? Ну, я нормально к этому отношусь. Другое дело, что система сама плохо работает. Допустим, я переболела, а у меня нету данных в общем реестре. Вы сами привиты? Нет. Да, одна прививка есть. Сейчас буду вторую делать. Я хотел в тандем сходить сегодня. А, но там стоит очередь. Меня на работе не заставили, а принудили. Вернее, так будет. За это они какие-то бонусы мне дали, и поэтому я сделал прививку. В июле переболел ковидом. Но вам пока нельзя. Пока нельзя, да. Но будете делать. Ну да, скорее всего. Да, я привита, но, скажем так, из-за того, что вышел приказ, что меня уволят, если я не сделаю прививку. Да. Дело в том, что я сделала прививку и тут же заболела. Я ее в легкой форме перенесла, на что, когда я пришла в поликлинику, врач сказал, что прививки не защищают. А вы делали прививку? Конечно. Живет все-таки государственная политика. Если ты живешь в стране, надо уж как-то выполнять. Без этого никуда не денешься. Ну, я считаю это разумным решением. Ну, вот. Я считаю, что это нормально, да. То есть это правильное решение? Да, да, я считаю, что это правильное решение. Но это неправильно ограничивать людей. То есть это мне, не мнение, а желание каждого прививаться или нет. Так что скорее это неправильно. Я думаю, что правильно, надо прививаться. У вас однозначно. Родные и близкие тоже привиты? Все привиты. Я считаю, что для, ну, для молодого поколения это, в принципе, не нужно особой угрозы. Как коронавирус не представляет, а вот для старшего поколения, возможно, это нужно. Но, опять-таки, спорный вопрос. Я думаю, что это вынужденная мера, и она правильная. Ну, не совсем. Почему? Ну, они мало времени дали, чтобы все люди сразу прививались. Вы видели очереди там, когда прививаться?